Всем добрый вечер. Значит, поднялся на бугор, чтобы показать долину во всей ее красе. Уж какие просторы. Вот, значит, сейчас 8 час. Жара спала. Вот. Ну, комары повылазили, а в долине их вообще тут тьма тьмущая. Вот, значит, вдали вон видно труба. Надеюсь, камера покажет. Там Балашов, ну, это 30 км. Деревушка вот эта заброшенная. Соответственно, ну, и местные степи и леса. Значит, узнал я, как зовут растение, которое я показывал в прошлой съемке. Вот оно там ниже на бугре. Но сейчас оно закрыто, потому что уже цветок закрылся поздно вечер. Зовут его лопушок. Вот. Который я не знал, как называется. Вот. Так что, что можно сказать? Взятка нету. Наш счет не пополняется. Вчера был 0, сегодня 0. Значит, в лес переехать мы не можем, потому как там по соседству горчица. Она с другой стороны хопра. Вот, возможно, будут травить. Вот. И она в пределах лета. 4 км. Я посчитал потом по карте. Вот. Значит, в соседней пасеке не повезло, она стояла на эспарсете на другом, в том квадрате. Вот. И травили горчицу. Вот. И вытравили всю пчелу. Значит, чем-то таким ядреным травили, что днем просто отдельные пчелки крутились. Вот. А утром встали, горы пчелы. Значит, ветку всю положили. Вопрос только, что затащили в гнездо. Травиться ли будет расплод или нет. Но они экстренно съехали. Вот. А мы побоимся туда заезжать. Вот. И будем ждать ближе к цветению липы. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, может, вот на выходные или после выходных надо будет заезжать, потому что числа 15 она зацветет. Она раньше срока зацветет из-за жары. Вот. А здесь эспарсет цветет. Пыльцы много, а нектара нету. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи. До новых встреч.